Всем приветики! С вами Мили, и мы продолжаем играть в Альфред Хичкок Вертиком. Фланаган, мой крюк! В вашей каюте его нет, капитан Роберт! Черт побери! Фланаган! Без крюка я не смогу взять этот корабль на абордаж. Я думаю, он остался на острове Черепа, капитан. Принеси мне его побыстрее, если не хочу стать закуской для акул. Эй, зайди, пожалуйста. Хорошо, пап. Фланаган, свисать всех наверх. Есть, капитан. Губернатор Милли требует моего присутствия на баке, чтобы обсудить вопросы величайшей важности. О! Ладно. Ну, если я продолжу в таких количествах собирать сокровища, реликвии и талисманы, мне скоро придется спать на палубе. Так, да, это достаточно испанских долларов, чтобы я мог купить себе собственный остров. Так, сабля. Какой мальчуган там? Так, труба. Смотрите. Я вырвал ее из рук адмирала Лоренса после того, как потопил корабль его величества. Так, шляпка. Единственное в своем роде изделие, созданное Ричардом Длинные Руки Эвансом, лучшим шляпником на острове Черепа. Так, секундочку, мой крюк что, был у меня в мешке, когда я был в шляпном магазине? Рынок острова Черепа на сей раз выглядит спокойнее, чем... Так я и думал. Тот самый машинный длинный руки Эванс. Окей. Так, ну все, тут мы посмотрели. Так, что у нас тут есть еще? Что? Стой, штурвал. Давай штурвал. Я-ка сюда, мой верный Фланаган. Мы приближаемся к водовороту конца света. Держать курс. Не отклоняйся от курса ни на один дюйм, градус. А, ладно, ты не должен отклоняться от курса. Ни на сколько. А теперь сменим курс. Мы не постоянные. Ладно. Фланаган, держи штурвал. Или я все должен сделать сам. Так, пора, думаю, на боковую туда вниз. Давай в палубу спустимся. Отлично. Что, очередная загрузка? Нет. Это радует. Так, теперь мы играем за малыша Миллера. Не знаю, как его там зовут, О, мы умеем бегать, отлично, не то что тот дедулька. Самое время промочить горло. Меня жажда мучает, как... Эд, ты там? Ты поднимаешься? Да, пап. Ну, ладно, папочка, идем к тебе. Что ты от нас хотел? Ух, а что это за чемоданчик такой?
Папа не любит постоянно переезжать из одного дома в другой. Но когда его книгу публикуют, он уйдет с работы в Сан-Франциско, и мы останемся здесь. Ой, как отлично-то. Так, тут папа? Нет. А, это, видимо, наша комната. Так, и чем мы увлекаемся? Попугайчики. Пират Пион, Анна де Гомеро. Члены моей команды разбросаны по всем Карибам и собирают информацию о моих врагах. Какие добрые вести ты принес? Янис де Гомеро. Ваши враги боятся вас, и повсюду воцарил мир капитан Роберто. Робертос? Так, что это? Лучшая в мире книга? Сын красного кого? Полюбоваться, выразить восторг. Давайте откроем. Однажды ты найдешь настоящее сокровище. Тетя Клэр заставила меня пообещать, что я позвоню, если когда-нибудь найду настоящее сокровище. Она жалуется, что я докучаю звонками, но затем смеется, так что... Когда-нибудь мы все же ей позвоним. Я уверена. Так. Головоломка. Это ты? Мой живот. Я проголодался. Ну, значит, вставляй последний фрагмент и пошли. Есть. Я не могу его найти. Вот тебе подсказка, это последний оставшийся. Нет, пап, смотри, больше ни одного не осталось. Но на нем же должен быть штурвал. Корабль не поплывет без штурвала. Пап, он и так не поплывет. Это же головоломка. Твой живот перестал урчать. Ты точно не съел последний фрагмент? Пап, это же головоломка, ее нельзя есть. Мэдди, выкидывай гамбургеры. Эд уже поел. Мам, нет. Мама, крыша поехала. Папа, крыша? Разве крыша может съехать? Мам, беги, он щекочется. А, так. Моментальный фотоаппарат. Я им почти не пользовался с тех пор, как завязался шпионской деятельностью. Может, в другой раз. Это ведьма, которая сразу выдает полароид фотографии. Так, ну и все. Вот, видимо, комната отца. Кабинет. Давай постучим. Пап? Подняться в кабинет губернатора. Губернатора? Ты так слабо постучал, что я едва услышал. Давай, проходи, поздоровайся по-нашему. Помнишь тайное приветствие пиратского братства? Нет безнадежного дела. Ой. Я забыла управление. Ладно, это был просто разогрев. Попробуем еще раз. Давайте. Давай. Нет. Безнадежного дела. Пока есть безумец. Ну, на третий раз точно получится. Блин. Нет, безнадежного дела. Хорошо, все. Отлично, сейчас все будет. Сейчас поздоровимся по-пацански. Почему? Знаешь что, у нас точно получится. Дай только время. Я не уверена. Не откроешь окно? В тайных приветствиях так же, как во всем остальном, чем больше практикуешь, тем лучше получается. Ладно, ты хочешь мне что-то сказать? Я играл, но пришел так быстро, как только смог. Извини, что так задержался. Это точно, думаю, ты даже побил рекорд. Я думаю, он сейчас просто уйдет, захлопнет дверь. Ух, развалился-то.
Впрочем, я хотел поговорить не об этом. Как прошло твое утро? Надеюсь, более продуктивно, чем у меня. Я не могу найти свой крюк, я умираю от жажды. Да, но меня замучила жажда, я хотел выпить здоровенный стакан Juicy Blue. Но я пришел сюда, так и ничего не попив, и теперь просто умираю от жажды. Ты умрешь от жажды, а я умру, и не закончив эту бесконечную главу. Знаешь что? Как только выйдешь из кабинета, первым делом попей этого своего сока. Хорошо. Хорошо. Кстати, ты, а когда закончишь роман, мы сможем отправиться в путешествие? Да, начинай думать, куда хочешь отправиться. А сейчас? Как насчет того... Мама уже вернулась из магазина? Не-а. Да. Ну, ладно. Как насчет того, чтобы сходить в гараж и принести мне... Сам знаешь что. Ладно. И самое главное, никто не должен знать. Никому. Это наш секрет. Тайный договор пиратского братства. Именно, тайный договор пиратского братства. Подписанный кровью. Подписанный чернилами, погоди, ты увидишь. Чернилами. Так что, может быть, символом пиратского братства? Что может быть водоворот, конце света, веселый Роджер, кракен с тысячи присосок, мой крюк? Водоворот мне не нравится, какой-то Роджер мне вообще не нравится, я даже не знаю, кракен забавно звучит или мой крюк. Но кракена мы не нарисуем с тысячей присосок, иначе мы будем просто тысячу лет рисовать эти тысячи присосок. Ну, давайте крюк. Мой крюк. Прекрасный выбор. Так и будет. Круто! Тайный договор. Отлично. Поспеши, ты знаешь, что нужно сделать. Так, что они задумали? Я знаю, что забрать, я знаю, что из гаража отдать, я знаю, что отцу сохранять, я знаю, что отцу в секрете сохранить. Так, так, круто, забрать, я знаю, что из гаража, отдать, я знаю, что отцу, и сохранить, я знаю, что в секрете. Так, ладно, нам нужно в гараж. Думаю, через дом мы никак не пройдем, гараж, там есть выход, но давайте через парадную пока выйдем. Какое кольцо? Что за кольцо? Это называется ручка двери. Ну, ее так обычно называют. А не кольцом. Так, вот и наш гаражик. О, мы бегать умеем. Потрясающе. Запасной вход. А чё так темно? Ну ладно, уже светло. Капитан, та штука, что мы ищем, я немного не понимаю. Объяснись, Флаганан... Кто? Фланаганан? Что мы ищем, где она, как бы вы это писали? Вы не могли бы мне это описать? Ну, даже не знаю, как бы вот такое... Ну да, конечно, капитан, но... Что мы ищем? Ищем, сам знаешь что, Флаганан. Теперь все это стало намного яснее. Ладно. Я знаю, что это где-то в гараже, но где именно? Отличный вопрос, Флаганан. Губернатор постоянно находит для этого другое место. А, теперь понимаю, однако... Хватит вопросов, Флаганан. Так, все.
Никакого флага Нанана. Боже, блин, назвал бы его бананом. Кошмар. Газовый обогреватель. Так, обогреватель нам не нужен. Зачем нам его включать? А, велосипед. Может, велосипед? Ну все, сядем, помедитируем, отдохнем. А, это все мышка делает. Может, до этого тоже надо было мышкой делать? А то я что-то это... забыла управление. Какие ресницы. Какие брови. А взгляд-то какой. Ладно, шкаф самое важное, наверное. Блин, больше похоже на почту. Такие шкафчики. Еще и железные. Думаешь, это там? Оно? Нам нужны сапоги? Нам сапоги нужны, да? Так, а что ты мал? Сапоги. Кажется, не хватает чего там. Рюкзак. Вспомнить форму. Искать сам знаешь что. Ну, поищи. Сам знаешь что. Похоже, нет. Так, я видел только что стремянку. Думаю, мы возьмем сейчас стремянку. Поставим ее. И... тогда залезем. It's not here. Нет, здесь нет. Ничего, парниша, сейчас мы все найдем твою непонятную штуку. Так, стремянка. Ладно, как стремянку взять? Проверить состояние? Ну, блин, давайте проверим. Ладно, если хотите, что мы проверили, то проверим. It was an accident. Повернуть. Туда, туда, вправо. Так. Так. Что, внутри обогревателя что-то? Я не понимаю. Тьфу, и здесь... ну ладно, включим. Отлично. Отлично. Это что? Это что полетело? Ладно. Ладно. Так, нам нужно достать вот тут вот штуку. Как бы это сделать? Как бы это сделать и куда залезть? Так. О, маленький шкафчик. Большой выдвижной шкаф. Пусто. Пусто. Ну, здесь хотя бы пусто. И как мне добраться до сап... а, ну ладно, он настолько маленький, что ящики его выдержат. Хорошо. Что это? Да. Что это? Это Принглс? Что это? На... внутри... блин, ну как... что такое? Секрет нужно сохранить. В обогреватель. В обогреватель, да. Куда? 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 Туда? Туда? В ящик. Ну, не в этот, можно в красный. Ну да, в рюкзак. You're not fooling me, little bird. Что? Мама? Где же, где же, где же? О, вот и мама. Блин, почему они все такие одинаковые почти что? Потому что у них лица более-менее квадратные. Или нос, потому что одинаковые всех.
О, вот это мама. Ничего себе. Смотря на папу, я думала, она будет не такая уж молодая и красивая. Эдди, что ты делаешь? Ты же знаешь, я не люблю, когда ты тут играешь. Это опасно. Эдди. Я проверял обогреватель. Я проверял обогреватель. Потом уже скоро зима и... Зима? Зима. Знаешь что? Я и не хочу ничего знать. Делай, что хочешь. В смысле? Мам. Ладно, заканчивай то, чем ты тут занят. Ты приходи на кухню. Поможешь мне разобрать покупки. Ладно? Капитан Робертс был в опасной близости от того, чтобы предать доверие губернатора, и еще хуже, стал врагом капитана Морган. Ценный союзник, надо вернуть ее, сказал он сам себе. Но сначала он завершит свою миссию, и о которой Морган не должна узнать. Как-то она так холодно на нас отреагировала, как будто мы не ее сын вовсе. Надо к отцу. Через окно? Серьезно? Я думала, мы будем выходить только через окно, но не заходить. Заходят обычно воры и выбегают. В принципе, через окно любой может выбежать. Включила хоррор и сразу в окно. Эд, ты с ума сошел? Почему ты снова полез, раз уж один раз падал? С тобой все в порядке? Я в порядке, пап. Вот и хорошо, но это опасно, дружок. Тебе нужно быть осторожнее. Я был очень осторожен. Эд, ты же мог... Постой. Я слышал машину. Она вернулась? Она... Ты с ней говорил? И что ты сказал ей? Она знает? Я сохранил секрет. Я ей ни слова не сказал. Пиратскому братству ничего там не раскрыть. Хорошо, очень хорошо. Может быть, тебе проведать ее? Ах, да, я же должен был помочь ей с покупками. Да, пора взять к маме. Кстати говоря, я никогда не видел, как ты лазаешь. Можешь показать мне, как ты слезаешь? Может, я использую это в своем романе? А это не опасно? Бать, ты чё? Ты хочешь, чтобы он навернулся? Ты есть хочешь? Она что-то скрывает в своей сумочке. Да, нет, пить, но я был так занят. Ну так пей. А ты принесла джуси? Сначала воду, а то больше пить захочешь. Ну, так нечестно. Да-да. Ой, ё-моё. Вот это удёрнулся. Мокрый свисток. Что? Мам, ты видела? Я вот такой стакан воды одним глотком выпил. Вот это мне нравится. Что мы будем есть? Ну, если только твой папа не приготовил что-нибудь и не спрятал, чтобы потом нас удивить. Жареные овощи.
Овощи, супер! Поздно, я уже все поняла по твоему виду. Ага. Можешь убрать все остальное, пока я готовлю. Ага. Ладно, посмотрим. Помнишь ли ты, куда что класть? Ага. Решает с ним поиграть с нами. Так, она очень похожа на ту бабульку. Ну, короче, вот это та бабулька в молодости. Наша мама. Вот это да. Никогда бы не подумала. А, где продукты? А, вот продукты. Так, салат. Давай, салат нам нужно положить в холодильник. Больше никуда. Молодец. Следующий. Обычный будний день. Банка супа. Куда-то в шкаф. Наверное, на нижний где-то шкаф. Может, в какую-то еще кладовочку. Может, вообще сюда? Во, да, сюда. Блюк, блюк. Все, вот это баночки-закруточки. Большой домик, большой. Что у нас тут дальше? Это бумага, полотенце. Бумажное полотенце. Куда-то на стол, на столешницу. Так. Куда-то... Обычно куда-то сюда. Ну, у меня лично так. Так, а как у них это? Так. Куда они это ставят? Дилемма, дилемма. А, вот сюда? Они далеко ли? Ну, или это, видимо, просто на складик. Значит, может тут что-то... Ладно, ладно. У всех разные расположения. Хлебушек. Хлебушек точно куда-то рядом. Наверное, вот сюда. Молодцы. Молодцы, парниш. Так. Следующее, что у нас тут осталось? У нас остался какой-то непонятный пакет, который я не могу взять. Мам, там пакет какой-то. Что делать? Мам, я все убрал. Можно пойду поиграю? Молодец, я бы сказала, ты справился быстрее, чем когда-либо. Постой, ты уверен, что в сумке ничего не осталось? На твоем месте я бы еще раз проверила. Угу. А ну, там что-то для нас. Там для нас что-то, что-то интересное. Все, признаки указывают на бутылку клубничного. Blue, red, red. Тьфу, мой любимый. Red, my favorite. Мой любимый. Кажется, она опять не то купила и плачет. Ладно, понятно. Все, мы обидели мать. Мама. Все. От нас откажутся, походу. Ах, Эдди. Красный тоже вкусный. Ты же не любишь красный. Ты не виноват. Так зачем ты купила красный, если знаешь, что он не любит красный? Мама, ты порезалась? Ой, кровь капнула на твой рисунок. Ой, подписано кровью. Пойти сказать? Нет, солнышко, это ерунда. Сейчас заклею пластырем. А зачем она сумку берет с собой? Там что-то есть, точно. А ты закончил убирать все, ладно? Закончи. Закончи. Она такая смелая. Думаю, на этом мы приостановимся и увидимся уже в следующей серии. Так что спасибо за просмотр. Не забудь свой царский лайкосик, подписаться на канал. И всем пока-пока.